Магазин «Гармония». Пальто, куртки, кардиганы до 70 размера. Вас ждут по будням с 10 до 18 часов. Выходные дни с 10 до 16 часов. По адресу: улица Советская, 37. Телефон 8-912-128-54-47. Скорая юридическая помощь. Подготовка по предметам: правоведение, юриспруденция, общая подготовка к экзаменам и так далее. Адрес офиса: улица Московская, 27А. Телефоны 402-71 и 8-904-868-04-74. 21 апреля в 14 часов ансамбль «Украина» приглашает в городское объединение «Досуг» на мюзикл по мотивам произведения Гоголя «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь». Цена билета 150 рублей, телефон кассы 7-27-85. Распоряжением администрации муниципального района Печора от 9 апреля 2019 года номер 380-Р. С 15 апреля по 29 мая введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 1,5 тонны на ось по автомобильным дорогам общего пользования местного назначения Печора, деревня Конецбор и поселок Луговой, поселок Белыю, по улично-дорожной сети на территории городского поселения Печора. Временные ограничения движения не распространяются при наличии подтверждающих документов на транспортные средства, задействованные в коммунальном хозяйстве, на пассажирских перевозках, при транспортировке продуктов питания, на транспортировке дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для работ по содержанию автомобильных дорог, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, при проведении аварийно-восстановительных работах. Продается дачный участок в Сотаграрник, 10 соток, двухэтажный дом в собственности. Всю мебель в доме и садовый инвентарь оставляют покупателям. На участке есть скважина, с водой проблем нет. Шаговой доступности озеро. Участок полностью огорожен, есть место для автомобиля. На участке выращивают картофель, плодоносит хороший урожай. Черная и красная смородина, очень много клубники. За домом небольшая лесная территория с баней. Круглогодичная чистка подъездных путей к участку. Обращайтесь по телефону 479-70. Внимание населения! В Республике Коми работает бесплатная горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевидение 8 800 282 12. На номер горячей линии можно оставить заявку на оказание волонтерской помощи с подключением оборудования для приема сигнала цифрового телевидения. Медицинский центр «Семейный доктор» приглашает 14 и 20 апреля к врачу ультразвуковой диагностики, акушеру-гинекологу Прониковой Виктории Юрьевне. 20 апреля к врачу-трихологу, косметологу, дерматовенерологу Андрияш Анне Александровне. 27 апреля к детскому офтальмологу Беловой Татьяне Николаевне. Запись по телефону 3-12-70-8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. 27 апреля в 16 часов городское объединение «Досуг» приглашает на шоу-программу «Международный день танца». Цена билета 150 рублей, телефон кассы 7-27-85. Отдел вневедомственной охраны по городу Печоре предлагает следующие виды услуг. Охрана объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации по городской телефонной линии 10 рублей 47 копеек за час охраны. По каналам GSM и интернет 9 рублей 80 копеек за час охраны. Охрана объекта с помощью охранно-пожарной сигнализации по городской линии 22 рубля 4 копейки за час охраны. По каналам GSM и интернет 20 рублей 64 копейки за час охраны. Охрана квартир граждан и мест хранения имущества граждан с помощью охраны сигнализации по городской телефонной линии 400 рублей в месяц. По каналам GSM и интернет 310 рублей в месяц. Охрана квартир граждан и мест хранения имущества граждан с помощью тревожной сигнализации без приобретения дополнительного оборудования и монтажа по каналам GSM и интернет 67 рублей в месяц. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.